Нашу лилию ждут сюрпризы на каждом углу. И вот один из них. Сразу даже непонятно, кто там копошился в траве. Не то кошка. Ну, чихуахуа, какая разница, он крохотуля совсем. Смотри, какой маленький. Малыш, 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 стоять, стоять. Бля, так у него поводок, он что-то на... Да какой там что-то поводок, бля. Олежа, выйдешь аккуратно с той стороны, смотри, собаку не выпусти. Масечка, 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 тебе такой Масечка. Иди ко мне, мой хороший, иди, мой сладенький. Иди, мой зайка, весь в клещах. Ты вообще крохотулечка, боже мой, ты меньше котеночка. Ты меньше котеночка маленький. Ну что, смотри, весь в клещах, а? Зайка мой, ну-ка иди ко мне. Как тебя взять-то, блин? Ой, еще и хромой. Еще и хромой. Боже мой, не могу тебя взять, подожди. Да подожди, зайка, не сопротивляйся. Держи, возьми, возьми камеру, камеру возьми и нас снимай. Смотри. Есть клеща. Видишь, что? Девка. Что-то какая-то вообще полуживая. Снял? Ага. Все, пошли. Сначала кушаем, да? Сейчас будем мыться. Сейчас шампуньку возьмем противопаразитарную. Клещи уже вылазят наверх. Клещи у нас полно. Иди, отвали отсюда. Брысь! Да, мой хороший. Совсем не. Кроха-кроха. Ну что, снимать нам некому. Я одна. Потихоньку клещей начинаю снимать. Вот они клещи тут. Вот видно, вот тут надо больше. Вот они, вот они тут. Тропа клещей. Вот у меня клещезер. Потихонечку я их сейчас сниму. Намылила ее специально шампунь от двух клещей в отследок. Пока стоим. Чтобы это приобретает белый вид. У нас кому-то уже старенькая. Клещей еще полно. Сейчас буду выковыривать. Явно рожала неоднократно. Тут по костям явно, да, видно, что собака. Смотри, вообще. Собака древняя. Как я не знаю, кто. Зубов нет. Небольшой промежуточный результат. Оказывается, белая собака. Да, белая собака. Сейчас будем дома доводить ухи и все остальное. Скажи, вот такая я вся чистая, трясущаяся. Да, мой хороший, ласковая, ласковая девка. Ушки розовые. Да. Скажи, это пока что моя будка будет. Уши. Что, скажи, сама пришла сегодня, да? Мур-мур. Вот эта вот лапа, видишь, криво держит лапу. Вот она мне не выпрямляется. Но тут, скорее всего, была сломана. Ну, давно, видимо. Вот она, кривая лапа у нее. Это нормально, ровненько, видишь? Но это нифига. Вот это вот была вот тут сломана у нее. Поэтому она прихрамывает. Когтик даже нечем подстричь, блин.
слава богу, моча нормальная. Я так переживала. Кстати, эти, ну, как их там, господи, как они называются? Ну что, пироплазмоз будет. Не, моча. Всю ночь на пеленку ходит, писала, покакала на пеленку, молодец. Ничего нету. Пиростоп. Не надо колоть, и все чистенько. Единственное, что я пока боюсь, конечно, ей этот инспектор капать, потому что слишком маленькая, ослабленная. Пусть покушает сначала. Да? Ты кушать будешь? Три зуба, скажи, Наш. Тут три зуба торчат, три зуба какие-то там. Да. Три зуба. Три зуба. Крошечная, беспомощная собачка явно выброшена. Судя по ее отросшим когтям, она содержалась в жутких условиях. Она рожала непрерывно. Более того, у нее старый сросшийся перелом правой лапки. Собачка немного прихрамывает. Она старушка. Осталось всего 3 зуба. Мы назвали эту малышку Мини. Нам нужна ваша поддержка для того, чтобы мы могли спасать всех несчастных, кто нуждается в нашей помощи. И спасибо всем, кто с нами.